Музыканты всегда находятся в поисках нового звучания, и иногда чем необычнее, тем лучше. Доминиканец Фея Вега, безусловно, относится к тем артистам, которые выделяются за счет экспериментов в музыке. Филиппе Бараль представит удивительный и захватывающий мир Фея Вега. Фея Вега обладает уникальным взглядом на мир, переходящим все границы музыкального звучания. По его мнению, саму суть существования можно постичь только через ритм. Кроме того, Вега — перкуссионист, посвятивший свою жизнь выражению и воплощению звучного гласа жизни. Звук — это уникальное явление, которое можно встретить, например, на улице, которое вообще находится там, где ему вздумается. Начнем с того, что звук в принципе удивляет и поражает. В акустическом смысле, конечно. То, что находится сейчас у меня на коленях, тому подтверждение. Это газовый баллон, который используется в холодильниках. У него чудесное звучание. Волшебное. За свою 25-летнюю музыкальную карьеру Вега выступал на сцене с такими артистами, как, например, Sting. В ходе проведения различных мастер-классов, участия в конференциях и презентациях, Вега продвинулся значительно дальше статуса обычного ударника. Более того, он композитор. Как же он создает свои произведения? Возможно, это прозвучит странно, но я вижу перкуссию. Когда я играю, вместо куска дерева, доски или металла, перед собой я вижу нечто похожее на клавиши. Это очень странное чувство, и я слышу мелодию. Поиск себя в итоге привел Вега к тому, что он начал создавать музыкальные инструменты. Теми же руками, которыми он играет, Фея Вега дает новую жизнь поистине удивительным предметам. Мне, в принципе, было необходимо новое звучание, в том числе в ударных инструментах. И когда я начал по-настоящему этого желать, как четко в мыслях, так и в глубине души, я обнаружил, что совсем рядом со мной находится целая гамма, огромное разнообразие звучания. В пластиковых ведрах, тех, что на кухне у моих мамы и бабушки. Там было все. Пройдя путь от кухни своей мамы до организации производства под собственным брендом, Фейе создал многие инструменты, среди которых особенно выделяется бумбокини. Ударный инструмент, сделанный из дерева и благодаря особому дизайну, подражающий звукам конга, понга и барабана. Следует также отметить тамбиро, который был создан из газового баллона. На нем сделаны прорези, позволяющие передавать различные ноты. Эти инструменты Фея Вега и его оркестр «Дуляс Дансес Мескладес» используют на сцене. Меня зовет музыка, и от меня самого уже ничего не остается. Только музыка, музыка для души. У зрителей есть выбор. Одни могут наблюдать за тем, как извлекаются звуки из этих удивительных предметов, другие же могут пуститься в пляс, полностью увлечься ритмом. Фея – музыкант, никого не оставляющий равнодушным. Я – музыкант, играющий на инструменте под названием «Жизнь». У нас есть возможность исследовать этот манящий мир цвета и звука, который Вега создает каждым прикосновением руки к музыкальному инструменту. Филиппе Бараль, CNN, Орландо.